Всем привет, вы на канале Папа Фан Ва Машинки. Ребята, игра Hill Climb Racing 2 и Super Jump. Остается совсем немного времени. Добираем, короче, с вами 16 баллов. Забираем. Кстати, два сундучка, один уже, в принципе, можно открыть. Второй за 300 баллов тоже заберем. Ну что, поехали, наверное. Так, что у нас с тачками творится? В принципе, наверное, мы с вами... Так. Вот на синеньком супербайке я ни разу еще, по-моему, не гонял. Хотя, может, когда-то и гонял. Не помню, ребят. В самом начале, возможно, когда выпала эта краска, возможно, и гонял. Но давайте ее поставим, потому что такой классический цвет, ребят. Никаких рисунков, ничего, винильчиков никаких нет. Просто красочка. Так, персонаж. Персонаж сейчас какой-нибудь рандомный у нас сядет за руль. Вау, скелетик. Так. Так, даже не знаю, ребят. Даже не знаю. Смотрите, у нас уже второй вариант ноги скелета были. Так. То, третий вариант с ногами скелета. О, вы посмотрите. В очках? Серьезно? Серьезно, в очках? Это похоже на бабульку, да, ребят? Такая уже бабулька-скелет. Давайте оставим. Единственное, что этой бабульками мы в руки сейчас дадим что-нибудь другое, типа цветочки. Есть у нас цветочки? Вроде были. Либо флаг сейчас американский. И посмотрим, что у нас есть для бабульки-то нашей. Так. Веник. Ребят, можем... банный. Так, и все, наверное. Либо вот флажочек. Давайте веничек. Давайте. Хорошо, давайте оставим. Так. Что у нас с деталями? Остается, наверное, все то же самое. Либо за место топливного ускорителя поменяем. Мы с вами поставим ускоритель дым. Сейчас посмотрим. Все зависит от того, какая у нас будет трасса. Так, покупаем билетики. Заправка через 46 минут. Но не будем ждать. И за 20 кристалликов все-таки купим. Ладно, поехали. Хватит трещать, ребят. Давайте уже доберем с вами два заездика. Два билетика по 8 баллов. Ох ты ж, ёшкины магарёшки. Два билетика по 8 баллов сейчас наберем. И, в принципе, у нас будет ровно 16. Ребята. Ну, не знаю, сейчас посмотрим. Вообще, трасса неудачная. Здесь, в принципе, ух ты, там что-то подобрал. Здесь, в принципе, супербайку делать особо-то и нечего. Но мы все равно сейчас попробуем нормально удержаться. Ой-ой-ой, опять не то, ребят, получилось у нас. Не то, все не то, все не так. Ну, вообще замечательно, перелетел я топливо. Нам надо подобрать это как-то топливо, причем подобрать примерно вот так, в полете прям, ребят. Ну-ка, немножко должен улучшить. Как? 15, минус 15 метров, да что ты будешь делать? Слушайте, наверное, тот заезд, второй заездик у нас был все-таки самый лучший, самый удачный. Пока что не везет. Так, последний, наверное, последняя попыточка, ребят. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, блинский, ё-моё-то, вы посмотрите, что творится. Даже, ну, целых 5 метров нам засчитали. А если мы не будем даже приземляться, ребят, ничего хорошего. 7 баллов. Так, то придется нам... Ой. Придется нам постараться... Следующий заезд, ребят, забрать 9 баллов. Было 16 очков, да? Ой, 8 очков, 9 баллов нам не хватает, ребят. Так. Что здесь у нас? Вижу топливо. Придется нам опять подбирать топливо. Хотя можно было и не подбирать. Ух ты, сальтушечка. Ай, чё-то поздновато у нас турбинка сработал. Ну да ладно, ребят, вот здесь... Сейчас мы попробуем. Давайте еще разочек заездик сделаем.
И попробую, наверное, поменять деталь, поставить ускоритель дым. Потому что здесь совсем неудачно как-то расположен топливный ускоритель. Топливо, ребят, совсем как-то неудачно. Так что попробуем сейчас поменять. Ой. Так. Вот эту штуку ставим и поехали, в принципе. Блин. Ну, я думаю, что можно здесь 9 баллов-то получить, ребят. А, попробуем все-таки. Ай-яй-яй-яй-яй. У нас начинает заканчиваться топливо и... Есть, ребят, на 9 баллов, в принципе, должен пролететь. Ну-ка, 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 ну-ка. А! Ну-ка, чего? Нет, ребят, слишком большая конкуренция. Ай. Так, не получится нам 9 баллов здесь срубить опять. Придется еще один билетик потратить. Но ничего страшного. Если уж придется. Блин, что-то я проспал, кажется, ребята. Серьезно? Серьезно, давайте-ка еще разочек. Должны успеть. 2 секунды нам, в принципе, хватит. Если нам нужно подождать немножко, чтобы топливо наконец-то начало заканчиваться, ребята. И мы с вами должны. Вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау. Хотя не знаю, не уверен. Не уверен, блин. Нет, все-таки похуже. Ладно, 8 очков. И последний билетик. Нам не хватает, ребят. 1 балла всего лишь не хватает. Так, здесь топливо. А как мы его проскочим? Как мы его проскочим? Наверное, никак. Да, в принципе, нам 1 балл всего лишь нужен. 1 балл мы в любом случае должны с вами получить. Так. Давайте сейчас попробуем. Ага, слушайте, а сейчас мы попробуем все-таки перелететь это топливо. И как-нибудь... Смогу я удачно приземлиться? О май гад. О май гад. Слушайте, надо как-то вниз туда прыгать. Вниз туда как-то прыгать. А нет. No. Давай-ка заново. А! Чего? Блин. Получше, конечно, но, ребят, это недостаточно, этого недостаточно будет. Так. Здесь, конечно, наверное. Вау. Счет нет. Нет, ребят, не вариант. Не вариантик. А тогда что мы сделаем с вами? Я попробую тогда с вами. Уху! Нет! Я не совсем то имел в виду. Так. Давай, малыш, я знаю, ты можешь. Есть, почти на 2 метра улучшил. 8 баллов, ребят, 21 позиция. 21 позиция. Ага, ну, я уже в самом начале этого ивента говорил, что супердизель... Здесь будет самым-самым топовым, потому что у него есть гирьки, она умеет летать, но у меня нет гирек на супердизель, и сама, в принципе, тачка у нас не прокачана, поэтому я гоняю здесь на супербайке. Остальные суперкар тоже не прокачан. Суперджип у нас, не помню, насколько он прокачан, но, по-моему, тоже тухленько, ребят. До 7 уровня, что ли, характеристики там, либо до 8 доведены. Так, это вот эта вот тачка. Чего? Всего лишь до 2 даже. Ай-яй-яй-яй-яй. Так что вообще нет смысла его брать. Ребят, ну что, давайте сейчас тогда забираем с вами награды. И все на этом. Один билетик у нас еще, в принципе, есть. Ладно, открываем. Суперкар. Эпическая усиленная турбо. 9, аж 9 штучек, ребят. Так, и топовый сундучок на супербайк. Я надеюсь... Монетный ускоритель нам попадется. Несколько хотя бы штучки, 3 деталей. Так, давайте посмотрим.
Блин, усиленная турбо, ну зачем ты мне нужно? Было у меня уже максимально прокачано, но придется пускать его тогда в расход в металлон, ребят. Заключенный торс, 50 тысяч монеток, зимние шины, ускоритель дым. Ускоритель дым, да, пригодится. Да-да-да, ребят, я им, в принципе, пользуюсь. А вот усиленная турбо нам совсем ни к чему, потому что, видите, оно уже прокачано максимально. Вот эту деталь мы с вами можем повысить. Давайте до 5 уровня. Так, зимние шины у нас там что-то. Зимние шины. Тоже повышаем. 2263 монеток у нас. Ой, 2 миллиона 263 тысячи монеток у нас еще есть. Так, 270 шестереночек. Ну, давай, давай, давай. Доведем тоже. В принципе, недорого. 47 тысяч. Так, максимально у нас 15 уровень обычных деталей прокачка. Так, редкие детали у нас прокачиваются, по-моему, до 10 уровня, эпические. До 7-го, что ли. Легендарки у нас... Ой, эпические у нас до 5-го, а легендарки у нас уже до 3-го макс прокачка идет вроде как. Так, последний билетик у нас есть, да? Так, мы с вами выбили еще торс заключенного. Где он есть? Это вот он, ребята. Хорошо, давай-ка заключенный скелетик. Короче, у нас заключенный настолько уже долго сидит в тюрьме, типа да, заперли его, что он уже в скелета превратился, ребят. Вот он решил выйти покататься на супербайке. Так, а что у нас стоит? А, у нас стоит при малом количестве топлива. Ну, здесь, конечно, не так делается. Сейчас заново запустим. Так, 101 метр. Но все равно неплохо. А немножко подождем, ребят, поехали. А, блин! А, нет, нет, нет. Еще разочек. Не в том месте я остановился, ребят, надо чуть-чуть. Да вот повыше встать. Я попробуем подскочить и, соответственно, приземлиться. Ой-ой-ой. Блин, да что ты будешь делать? Да что ж ты рвешься так с места, ребят, разгоняясь прям моментально. Супербайк все-таки. Давай, сейчас попробуем опять. Ага. Так, ну... Тут все равно не то пошло, ребята. С чего? Хуже. На 2 метра все-таки мы с вами отстали. Так, отстали. Ладно, последняя попытка. Последняя попыточка, ребят. Так, сейчас не буду я ждать, пока сработает усиленный турбо. И почти 5 метров мы с вами накидываем. Седьмая позиция, 9 очков. Тут довольно-таки неплохо. Слушайте, а Супер Дизель что-то здесь совсем... Совсем как-то отстал. Подождите, а на нее вроде гирек нет у нас, да, на суперкарчик, ребят. Суперкар, Супер Дизель, супербайк, ребят. Везде у нас супер идет. Везде у нас супер. А, еще и Супер Супер Джип тоже, ребят, перед названием, перед тачкой у нас стоит слово супер. Заметили, кстати? Смотрите, Супер Джип. Так, он первый принимает участие. Супер Джип, ребят. Супер Дизель. Смотрите-ка. Я даже не обращал внимания раньше. Супер Байк и Супер Кар. Везде у нас супер-супер-супер тачки идут. Слушайте. Кто заметил, тоже ставьте лайк, кто со мной согласен. Везде у нас тачки идут. Супер, супер тачки. Вот они, владелец так разрешенной машины. Ага, ага. И как можно дальше. Баллы соревнования будут распределены после каждого сеанса. Так. Ну что, ребят, все, наверное. Награды забрали. Небольшой... Ой-ой-ой, забыли еще у нас тут, оказывается, сундучки. Я же обычно начинаю с открытия именно вот этих сундучков, ребята. В режиме кубки. Так, давайте золотой редкий откроем сначала. Так, стартовый ускоритель на супербайк.
11 тысяч монет. Эпический сундук. Ну там. 20 тысяч монет. Усиленный турбо на скутер. Ребят, на скутер. На скутер, на скутер. Кстати, сейчас мы еще, пока не забыли, поставим с вами металлом. А здесь еще времени завершилось. Ладно, ну так попозже придется мне поставить. Вот эти детали. Усиленный турб, который выпал мне сегодня. Сколько там штучек было-то? 12 штук. Сейчас посмотрим, ребят. На супербайк. Вот именно их мы пустим в расход. И сделаем из них детали. Шестереночки. Так, у нас уже 12 штук, ребят. Вот. Усиленное турбо супербайк. Они нам не нужны. Соответственно, мы их пустим в расход. Причем... деталей получим неплохо. Так должны получить-то, по идее. Так, супербайк. Ребят, ну что, все, наверное. Пока что больше нам показывать нечего. Ой, эпический у нас всегда до 7-го прокачивается. А легендарные, получается, у нас до 5-го прокачиваются. Легендарная деталь у нас, получается, прокачивается до 5-го уровня. У меня легендарной прокачанной детали вроде как нет. Здесь макс... колесо, зимние шины. Ребят, ладно, все, хорош трещать, да дальше уже бестолковый разговор у нас идет. Ни о чем, так сказать. Ну что, следующий заезд, точнее, следующий выезд у нас будет, посмотрим, какой ивентик, либо будет еще до ивента, возможно, у нас будут вызовы друзей. Так что не забывайте добавляться, друзья, ссылка в описании, жмакайте по этой ссылке, открывайте, запускайте игру. И, соответственно, сразу автоматически становитесь другом в этой игре. Ладно, подписывайтесь, жмакайте на колокольчик, не забывайте, чтобы не пропускать следующие выпуски, соответственно. Делитесь этим видео, ставьте лайки, комментируйте, ребят. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока.